Юрий Иванович, ну в любом случае вас нужно опросить. Вот враги народа, предатели Родины, они сегодня улыбаются. Мы посмотрим, как вы будете улыбаться буквально вот скоро-скоро. Вы это не понимаете. Угу. Я вам скажу, у вас полномочия есть вообще доверенность со мной взаимодействовать? А какая нужна доверенность? Какая доверенность? Вот ума наберетесь по поводу доверенности. Узнайте у своих, которые вам говорят «фас». И тогда вы будете, если с доверенностью придете, я буду еще подумаю, разговаривать с вами или нет. Угу. Вот, это раз. Во-вторых, удостоверение покажи. Ты что, ко мне хочешь двигаться? Да, а то я такой, что и в лоб да, могу ударить, не посмотрю на следственный твой комитет. Мы с вами в конфликт не вступаем, я вам еще раз говорю. Так, что ты хотел от меня? Покажи еще удостоверение. Зачем нам еще удостоверение покажи. И ты тоже покажи силу свою. Не на камеру, я не дам. А при чем здесь камера? Хорошо, ладно, покажи. Я вам только что показала. Нет, покажи, я не смотрел. Фамилия покажи. Сергей Янко, могу вам так. Я еще раз покажи фамилию. Я продиктую фамилию. Сергей Янко. Как? Сергей Янко. Еще раз, дай в руки. Я вам не дам в руки, нет. В руки удостоверения давать нельзя. Я сейчас, одну минуточку, я сейчас очки одену, прочитаю твою фамилию, кто ты такая, понятно, да? Понятно. И зафиксирую. А зафиксирую эту фиксацию, я куда нужно отправлю. Хорошо. Понятно? Вы мне скажите, вы объяснение давать будете или нет? Объяснение? Да. Ты что, сумасшедшая что ли? Почему? Ты кто ты такая, чтобы у меня объяснение? У советского человека объяснение брать. Вы же предатели, блядь. Я вас ненавижу органически. Вы даже не понимаете, в какой вы конторе работаете. Это частная контора. Ты понимаешь это? Нет, а вы понимаете, что по международному договору Россия является правоприемником СССР? Кто? Российская Федерация. Ты глупая. Ты никчемная. Ты знаешь что? Давайте, идите отсюда, пока я не вынес что-нибудь и по башке вам не дал. Вы слышите? Следственный комитет. Ты услышал меня? А ты услышала меня? Так вот, чтобы понимать. Давайте я тогда... Успокоюсь, по-хорошему скажу. Ты тоже покажи удостоверение. Зачем? Что? Зачем вам мое удостоверение? Твое удостоверение? Тогда пошел нахер отсюда. Следственный комитет, блядь. Сейчас. Ну, теперь, как тебя зовут? Виктория Владимировна. Виктория, да? Так вот, Виктория. Запомни раз и навсегда. Был приказ вашего Путина, что вы перешли на самозанятость. На самозанятость. Вы никто и имя ваше никак. Вы поймите это. Вот я уже по-хорошему начинаю говорить с вами. Вы поймите. Вы просто-навсего не думайте своей головой, куда вы лезете. Это же частное... Вика, а? Вы не будете давать объяснение, да? Какое объяснение? Ну, я, частники какие-то пришли, объяснения. Все, свалили. Частная контора, ко мне. Это я отправлю везде и повсюду, запомните. Везде в РСФСР это увидят видео. Запомните раз и навсегда. Правоприемники. Хреновы. Вот так надо разговаривать, ребята. Сейчас я выйду, посмотрю, на чем они приехали, эти твари. Вот она, по всей вероятности, машина их. Сейчас я